снова всем здравствуйте, друзья. Мы приехали из Икеи. Хочу показать, что купили. Купила такой вот цветок я в Икее. Да, и купила вот эти вот, все-таки три вазы эти взяла. Сейчас я вам поближе покажу все. Мне очень понравился цветок, и мне и мужу там за 13 евро. Ну, ребята, тот 13 евро стоил, да, а этот 5 евро. Все-таки есть разница. Тот был, ну, немножко подлиннее, попушистее был немножечко. Ну, все-таки мне 13 евро жалко было, этот 5 евро. Но это мне для фото надо, да, когда я фотографирую блюда какие-то, когда я готовлю. Поэтому, думаю, нет, за 5 евро ладно, а за 13... Ну, тот был попушистый, вот таких две ветки шло и подлиннее немножечко был. Ну, разница в 3 раза, можно сказать, да? Поэтому нет, думаю, пускай будет этот лучший цветочек. И вот эти вот вазочки... Так, тогда я смотрела, помните, я думала, одна что стоит 18 евро. Я думала, круто как-то. Оказалось, это комплект стоит 18 евро. Ну, классные вазы такие, слушайте, вообще суперские. Сейчас все вытащу и покажу вам. Вот конфетница, да, ведь? Набросаем сюда конфет сейчас, да? Вот, и вот эта хорошая, плоская мне нравится. Вот сюда вот можно или конфеты, или печенье, да? Так, сейчас вам покажу. Вот, посмотрите, да, вот такая ваза. Вот это вот огромное, шикарно набросать конфет, супер просто будет. И такая тоже, под конфеты хорошо, под печенье хорошо. Обалденно вообще, мне очень нравится. А, кстати, вот эта вот крышка, не дает эту крышку деревянную от той вазы? Подойдет вот сюда эта крышка или не подойдет? Сейчас, давай скорее. Так. Подходит, посмотрите, эта крышка подходит. Ой, прикольно. Это от той вазы, которую я покупала в этом, в Пепко. Ой, вот интересно, такие крышки есть в этом отдельно в Икее? Были. Вот так вот, надо было нам там на месте взять и подобрать было крышку еще. Там были, но там под другие были. А вот так вот, чтобы такого размера. Ой, посмотри, как здорово, правда? Вообще, вот это вот супер. Вот это мне очень нравится. Классно. Супер. Вот под это, наверное, точно подобрала бы крышку в Икее. Вот под это вот не знаю. Надо будет посмотреть в следующий раз. Взять крышки, пойти примериться к этим вазам, да? Ну да. То, что крышка подошла, ребята, это просто супер. Кстати, вот эта вот дощечка. Нет, дощечка нет. Ай. Ну, если так вот прикрыть надо, можно и дощечку, если что, поставить. Вот так вот, если что. Если надо вдруг прикрыть. Поближе покажу. При необходимости, если что-то прикрыть, можно и вот так сделать. Посмотрите, правда? Вот так можно сделать. Или вот так вот можно сделать. Ну, тут нет, это большевато. А вот сюда... Отлично. Вот. Тоже очень хорошо. Смотрите, еще красиво смотрится вот цветок вот в стеклянной вазе. Посмотрите, да? Хорошо смотрится. Как я сказала, мы только что приехали из Икеи. Голодненькие немножко. Сейчас разогреем суп, поедим суп, доедим, можно сказать, суп. Вчера приходили дети к нам на супчик. Супчик фасолевый. У меня еще остался, как-то варила на днях, еще остался... супчик, сейчас будем доедать. Сейчас как раз после морозика. Ой, какой снег пошел. О, сейчас покажу вам снег, какой пошел. После морозика в самый раз будет супчик поесть. Ой, какой снег пошел, посмотрите. Слушайте, уже четвертый день снег идет. Обалдеть. Как думаю, куда пересыпать? В широкую вазу или в эту вазу конфеты? Вот теперь... Нет, это под печенье, наверное, хорошо пойдет или под что-нибудь другое. Вот в этом, наверное, высыплю вазу. Так, высыпаем. Тут такая вот половина этой вазы высыпалась, ведь смотри, маленькая, да? Сейчас я еще насыплю. Так, вот это все конфеты, которые не умещаются. Вот, это красиво смотрятся конфетки. Так, еще с этой вазы, слушай, смотри, все в одну вазу поместится, смотри. О, и еще даже место осталось, прикинь. Смотри, ну ладно, сверху делать не буду, оттуда не буду. Смотри, как красиво, а? Вообще, ребят, посмотрите, вот. Вот то, что я хотела. Посмотрите, какая красота. Вот так уберем этот пакетик, чтобы не мешался. Вот именно так я и хотела, чтобы было бы супер просто. Вот. У меня была вот эта вазочка, да?
Ну, считайте, я с этой пересыпала все, да? Я пересыпала вот с этой все вазы. И еще насыпала с кулька, то, что у меня в кульке лежало. Вот то, что я хотела. Супер. Ну, вот это я понимаю, вазочка. Совсем другое дело. Так. То, что мама хотела, Зая. Вот то, что я хотела. Так, это мы ставим сюда. Вот, это свечки. Вот то, что я хотела. Ну вот, теперь меня все устраивает. Все, хорошо, что мы купили, вернулись. Гуляем с собакой в лесу. На улице минус 4, написано на телефоне, да? Но по ощущениям, как будто минус 8. Лицо мерзнет. Прямо так, знаете, очень хорошо мерзнет лицо. Так что у нас зима продолжается. Морозик держится такой небольшой. В общем, зима не хочет отступать, ребята. Вот такая у нас погода. И снова здравствуйте, друзья. Мороз и солнце, день чудесный. Вот такая у нас на улице погода. Сейчас выглянуло еще и солнышко к морозику. В общем, на улице очень-очень хорошо. И, кстати, я вам сейчас хочу кое-что тоже показать. Помните мою большую монстеру, от которой ничего уже не осталось? Но посмотрите, у меня вылезли два новых листочка. Может, получится ее все-таки оживить, я не знаю. Вот обрезала еще одни листья, и оно вот вышли два новых листочка. В общем, я не знаю, или он у меня до конца уже, ну, не могу пока выкинуть, рука не поднимается, возможно, получится реанимировать это растение. У меня же была монстера, она же была большая, у меня почти до потолка, представляете, я ее залила, корни сгнили, испортила растение, и вот по новой пытаюсь вырастить это растение. Мне очень нравится монстера, она очень красиво смотрелась в моей квартире. Сюда на фоне ее я снимала видео. Ну, в общем, посмотрим. Ну, во всяком случае, два листочка, посмотрите. Вылезли, но смотрю, кончики уже немножко подсыхают. Наверное, не знаю, получится, не получится. Ну, посмотрим. Если что, может быть, новые куплю тогда. Очень, конечно же, хочется реанимировать это растение. И тем еще даже интереснее, если я смогу его по новой вырастить. Я его покупала, ну, вот такого размера, наверное, было. Покупала, помню, в супермаркете в Риме покупала за 10 евро или за 10 лат. Не помню, тогда были евро или латы были тогда. И дома его вырастила почти до потолка, ребята. Представляете, да, это свою монстерочку. Но корни сгнили, и растение у меня все, как говорится, испортило я. Слишком большой горшок для этого растения. Я все время присаживала там каждый год его. И, видимо, слишком большой горшок был, слишком много земли. Она влажная, наверное, была. И корни сгнили, в общем, да. Очень я так расстраивалась. Помню, когда-то я видела, что мое растение погибает. Ну, посмотрим. Может, получится по новой его вырастить, не знаю. Ну, не получится, так не получится. Зато места больше в квартире. Оно занимало довольно-таки много места у меня, это растение. Но было очень красиво. Оно очень красиво смотрелось. Так, ну что, я пришла с работы, с собакой погуляла, кашу сварила. Сегодня у меня геркулесовая каша, конечно же, с киселем, конечно же, с тостами, да, потому что я несколько дней была без каши. У меня были сырники, я делала, ну вот, и поэтому соскучилась по каше, хочу очень каши. Не могу, вот, ребята, если мне надо с утра обязательно поесть кашу, да, потому что до этого я ела сырники с утра, вчера у меня вареные яйца были с утра, и все равно, вот, нет, вот чувствую, что я хочу каши, но не могу, мне надо утром поесть кашу, и тогда, знаете, я долго могу не есть, долго у меня присутствует сытость в организме, ну вот, поэтому сварила кашу, думаю, нет, пора возвращаться к своему обычному завтраку, и по тостам уже соскучилась тоже. Здесь размораживаю курочку. Буду готовить в пиццемейкере ее. Посмотрите, в полюдарине какая красота. Совсем уже расцвел цветок у анубиса, посмотрите.
Ну разве не красота, друзья? Не красота. Рыбки уже кушать хотят. Сейчас свет включится, буду вас кормить. Еще свет не включился. Покормила рыб. Бросила сейчас им корм. И, ребята, посмотрите, у меня кубик совсем зарос. В общем, как ни печально, но, наверное, завтра я уже буду делать прополку в нем. Уже все, места тут совсем нету. Покажу вам сейчас с этого ракурса. Все заросло, посмотрите, как зарос кубик. Поэтому завтра буду, наверное, стричь травку и делать прополку, потому что все уже, видите, все, совсем нет места. Ну, красиво же, красиво, а места нет. Видите, уже как бы длина стеблика закрывает свет почвопокровки. Вот набросала корм, видите. И поэтому все. Настроюсь на прополку завтра. Вот видите. Здесь еще как бы место есть немножечко. Отсюда, да, я всех гупяшек убрала. Остались там синие креветки совсем немножко, потому что гупяшки их подъели. Поэтому буду ждать, когда они расплодятся, эти креветки синие, по новой. Ну, а красных здесь целая-целая куча. Вон, сколько их там много. И плюс еще там внутри в растениях очень много. Вот так вот, так что... Это уже такой многослойный пирожок здесь. И там, я смотрю, креветки застревают. Или они просто туда лезут, или они там застревают. Я не знаю, короче, вот целая куча креветок еще в этом слое. Вот такие вот дела. Что, курочка разморозилась, сейчас посолю. Поперчу. Добавлю приправы, майонез, замариную, подержу, потом буду пиццемейкере готовить. Такая приправка для курицы еще есть, посыплю ею тоже. А еще у меня есть смесь специй для курицы тоже. Тут выиграла вот на кукпад. Я выиграла там. Я участвовала там. Блюда свои выкладывала, да, и выиграла там. Одна из многих была призером, одним словом, да. И мне вот когда прислали приз, да, и вот была приправа такая. Я про нее совсем забыла. Сейчас увидела. Вот хочу тоже еще ее посыпать. Это я просто в баночку пересыпала, в другую. Там было в пакетике. Он такого красного цвета, посмотрите. И сейчас вот увидела и решила тоже ее добавить. Это из России мне прислали, представляете? Тогда кепку мне прислали, помните, где посылка шла 8 месяцев, представляете? Я уже про нее забыла. Не, 8 месяцев это шла, это кепка, это Юла мне прислала. А это мне, не, это быстро пришло, где на кукпад, на как... Пад выиграла, там быстро мне пришло. Вру, это совсем другое. Я уже, знаете, все перепутала. Думаю, YouTube и YouTube. А это был же не YouTube. Это был такой сайт Cookpad. Там выкладывали все люди свои кулинарные блюда. И там надо было, в общем, целый месяц что-то выкладывать. Вот я выкладывала и попала в лидеры. И мне приз прислали. Мне еще прислали миски, набор мисок. Потом прислали еще вот эту мою любимую. Сейчас покажу вам. Ну вот как это правильно сказать? Такое, ну, фото, не фото, в общем, вот такое. Не ешь меня, еще не сфотографировано, да, вот это кукпад мне вот, да, вот прислали. И съешь меня, я сфотографирована. Я как раз использую для кулинарного канала. Это они мне тоже прислали. Они много чего прислали мне тогда. Сейчас просто не могу все вспомнить. Там еще одна приправа у меня тоже есть, другая для курицы. А несколько приправ прислали мне. Вот эту вот штучку прислали, миски прислали. Ой, что-то... А, силиконовый там какой-то коврик. Бумагу для выпечки. В общем, все для кулинарии они мне прислали. Много чего. Хороший такой приз был. Все по делу. И все, кстати, я использовала. Все пригодилось. Вот так вот. Так что
тогда вот надо, шел такой марафон, надо было, сколько там, 21 день, по-моему, подряд надо было выкладывать блюда. Ну вот, и я этот марафон весь прошла, у меня там награды такие давали, ну, всякие там, как сказать, это виртуальные такие награды давали, да. Ну вот, и потом вот еще прислали приз. Знаете, очень приятно было, кстати, знаете, тем более я в Латвии, это из России, знаете, вот прислали. Ну вот, и Юла прислала мне тоже вот подарок, помните, кепку. Ну, от Юлы шел, это партнерка моя Юла, да, от Юлы шел подарок 8 месяцев, представляете? Ну и вообще, короче, интересно так участвовать в конкурсах, да? Допустим, если это конкурс проводит другая страна, да, и тебя с другой страны приходит какой-то подарок, посылка приходит, так здорово. Это такой спортивный интерес просто, прикольно очень. На гарнир я заварю гречку. Вы знаете, я никогда не варю гречку, я ее завариваю. Сейчас ее промою горячей водой, кипятком. Потом воду слила. Сейчас посолю сразу. Вот так вот, наверное, хватит. Заливаю опять. И укутываю в одеяло. Через пару часов будет готово. Хватит. Так, накрываю крышкой и сейчас в одеяло. Так, отодвину немножко камеру, чтобы вам было видно. Теперь гречку только так готовлю. Знаете, у кого я научилась? У Кристины Арбакайте, между прочим. Мультиварку я поставила в бульон и буду варить щавелевый супчик. Щавель мы покупаем только такой, с пилвы. Он без палок, без песка, очень чистый. Я уже в одном видео говорила, есть другой фирмы щавель, как-то мы купили. Там какие-то и палки были, и песок был. И когда суп наливается, на дне кастрюли чувствовался песок. Это было ужасно, ребята. Вот этот щавель, ни песчинки нету ни одной, такой хороший. Вообще с пилой продукция у них очень хорошая. Всегда вот этот щавель покупаем мы. Ну, вот покажу вам, какой щавель, вот такой вот. Сейчас буду закидывать, там же картофель закинула уже. Мягкий, можно закидывать щавель. Всю банку, ой, полная кастрюля супа получилась у нас с тобой. Хорошо. Ну да, мы сейчас супы у нас хорошо идут, да? Ну. Съедим. У меня в пакетике уже есть готовая зажарка, которая лежала у меня в морозильной камере. Очень удобно, когда суп варится, чтобы лишний раз плиту не гонять. Вот, выложили зажарочку. И очень хорошо все. Гуляем с собакой, наконец-то белочек увидели. Вот там сидит на дереве. Ой, они вот тут ела, вот тут прям брала орешку, ела. Да, я сейчас приходила, их 6 штук здесь было. Ах, 6? Да, я их тут кормила, они прям ко мне подбегали, я прям бросала. Их очень много было один наверное, раз. Наверное, до вас долго никого не было, поэтому... Ну вот, наконец-то мы на белочек нарвались. Обычно они к 10 здесь белки собираются, а сейчас 9 часов, и как-то погода, наверное, хорошая, поэтому уже здесь, наверное.
Я тут им хотела принести арахис, а вычитала, что нельзя арахис давать. Нет, нельзя, да. А потом, а у меня изюм был, написано, что изюм можно. Я им принесла изюм. Изюм, курагу можно им давать, я им принесла. Ну вот, думаю, хоть что-то. А у меня арахиса дома много, думаю, принесу арахис. Хорошо, что прочитала в интернете, что нельзя арахис им давать. Вот Моля? Вон там белочка, вон там белочка. Да. Белочка! Белочка, привет! Знаете, как она стоит красиво. Ну, привет, привет! Вот, подбегать прямо сюда. Да, ты кушать хочешь, да? Ну, ты... Да, ты уже знаешь меня. Так. Ты уже знаешь меня? Помнишь меня, не? Ты ко мне уже подбегала. Да, я тебя уже снимала на камеру, да? За орешком, да. Иди. Вот там сколько орешков. Но не дошла. Молька, давай не будем пугать белочек. Пойдем, не будем белочек пугать. Пускай. Да, вам тоже до свидания. Ну, Моль, ты где? Пойдем, зайка, не будем белочек пугать. Пойдем гулять. Пускай белочки кушают. Пойдем, зайка. Там мусор собирают, да, видишь, мусор собирают за свесу, чтобы чисто было. Да. Пойдем, моя звездочка, гулять. А белочки пускай кушают. Пускай кушают. Ребята, наша сегодняшняя, видите, погода. Солнышко, легкий морозик, слякоти нет. Вот такая красота у нас сегодня. Кто-то написал мне в комментариях, что у них дождь идет, а у нас вот такая вот, решила вам показать погоду свысока, скажем так. Вот такая вот погодка. И снова всем привет, друзья! У нас уже следующий день. Вчера я так курицы не приготовила, потому что я сварила суп, и мы с мужем решили, что еще и курицы слишком много будет, что курицу приготовим сегодня. Да, вот поэтому сейчас ставлю ее в пиццемейкер и приготовлю вместе с вами ее. Проверяю курочку, я уже ее перевернула на другую сторону, и она уже мягкая, какая нежная, ребята, как классно в пиццемейкере готовить курицу. Я еще хочу немножечко сливок сюда налить. Прошло 20 минут, а курочка уже, ребята, нежная-нежная, вообще просто суперская. Сливки добавлю в самом конце, ну, чтобы так немножко... потом я выключу пиццемейкер, и курочка немножко впитает эти сливки, потому что когда выключается уже кастрюлька, да, ну, в данном случае пиццемейкер, да, и курочка когда поставит любой продукт, тогда она обратно, сначала она отдает соки, а потом обратно забирает в себя соки, и поэтому в конце добавлю. А то я сейчас, если добавлю сливки, то тогда они там все испарится, да. Ну вот, а сам в конце будет как раз в самый раз. Они у меня замороженные, кстати. Ну, я прям замороженные так брошу, они там растворятся. У меня всегда в заначке есть замороженные сливки. Ну вот, сейчас достала из морозилки. Тут у меня где-то половина коробочки. Ну, примерно 100 мл, наверное, добавлю, будет нормально. Сейчас коробочку надо вырезать, то иначе тогда не достать будут эти сливки. И пускай они там растворяются. Вот так сейчас надрежу, чтобы их достать. Это даже больше, чем 100 мл. Наверное, будет многовато. Хотя, может, нормально. Сейчас все разрежем. Достанем. Вот так вот все это делается. Легко и просто. Так, ну все. Буду бросать сливки. Ой, только они тут большие. Как им... Ладно, как-нибудь... Я думаю, растают. Не закроется пиццемейкер у меня. Но я думаю, это быстро растает. Сверху, снизу будет нормально. Вот так вот. Как раз муж приехал на курочку. Идет домой. Отлично. Все, увидела папу. Сейчас еще салатик сделаю из пекинской капусты. Салатик у меня будет совсем простой. Я сейчас посолю, поперчу немножечко и заправлю просто сметаной. Так, я наложила тут гречку. Сейчас
курочку, подливку и салатик. Вот такой сегодня у меня обед. Муж будет сейчас супчик есть. У каждого свое. А потом он еще, может быть, курочку поест. Может быть, если влезет. Вот, друзья. Всем приятного аппетита. Ну что, дорогие друзья, вот такое видео сегодня у нас с вами получилось. Хочу вас всех поблагодарить за ваши добрые комментарии, за то, что смотрите мои видео. Хочу вам пожелать всем хорошего настроения, всем здоровья, чтобы у вас всегда все было хорошо. Ну а на этом я хочу с вами попрощаться. И давайте, как всегда, по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания!